Привет, уважаемые подвохи! В нашем сегодняшнем видеоблоге мы с вами поговорим о новинке 2014 года от UPS Чайка, которая производит интересные базовые модели Зелинок. Зелинка Чайка 600 с регулятором боя. В стандартную комплектацию входит инструкция по эксплуатации, zip-комплект. В него добавилось интересное новшество. Это импровизированная заряжалка, которая помогает нам заряжать гарпун со всеми удобствами под водой. В предыдущих моделях такого не встречалось. Она имеет рифленое покрытие по краям, для того, чтобы, держа в перчатках, она у нас не крутнулась, ничего, а вот именно вот отверстие мы вставили гарпун и произвели нашу зарядку. Вот. Вот такая интересная базовая деталька появилась в этой комплектации, в этой модели. Также модель укомплектовывается стандартным 8-мм гарпуном с бегунком. Ну и рассмотрим саму модель поплотнее. Что в ней изменилось, что добавилось. Поменялся нут, это заметно. На заднем плане лежит предыдущая модель. Но без регулятора, просто с активным линиесбросом. Как сказал наш главный технолог, который производит эти ружья и отвечает за их производство, качество сборки, что регулятор боя, который вы сейчас видите, он меняет на увеличение или на уменьшение силы боя на 50%. Вот. Значит, на задней заглушке добавилась рифленая поверхность, накатка своеобразная по всему диаметру. Она облегчает нам произведение ТО. После того, как мы стравили давление, нам будет удобно откручивать заднюю заглушку. В предыдущих моделях этого нет, потому что здесь все происходит с помощью заднего выступа, там, где расположен коромысло активного линзброса. Так, на регуляторе боя появилась накатка. Для чего это было сделано? Чтобы в любых условиях, в любых перчатках, будто зимние или будто летние, переключить регулятор боя на максимум или на минимум. Ну и наши перчатки не скользят, делая наши условия пребывания под водой с этим ружьем комфортными. Желаю всем подводным охотникам опробовать это ружье, пострелить из него нужную добычу. По базовой комплектации самого ружья внутри ничего не изменилось, кроме тех особенностей, которые мы заметили. Желаю всем рыбы. До встречи в наших новых видеоблогах. До свидания.